Главный тренер футбольной команды «Орел ГУ» Валерий Анатольевич Назарин. Валерий Анатольевич, ну, с победой, безусловно, счетом довольны, но как игрой довольны, недовольны, может быть, что-то не устроило? Нет, ну, счет, конечно, 3 очка – это хорошо в копилочку. Турнир начали хорошо, но игрой, конечно, недовольны. Есть шероховатость. Но это, я думаю, то, что ребята нервничали, потому что первая игра, хоть мы только закончили чемпионат третьей лиги, да, но... Здесь видно была нервозность. Хорошо забили быстрых 2 гола. Я думаю, это повлияло на исход матча. У нас буквально перед турниром случилось ЧП на вратарской позиции. Расскажите, с чем была связана замена вратаря по игре? По игре я дал поиграть всем, потому что счет 5-0. Ребята должны, тем более новички, первокурсники, они должны попробовать, что это такое. Даже хотя выходя на 5 минут, они должны ощутить вот этот накал страстей, вот это все, когда искры летят. То есть, потому что бились ребята молодцы, что с одной с другой команды до конца игры, до конца свистка, то есть молодцы. Поэтому здесь и надо было как раз попробовать вот этот мишки чуть-чуть постоять, тоже попробовать. В том году мы завершали сезон, одним из последних матчей был матч с этой командой. В этом году мы начинаем сезон с этой командой. В том году мы в большинстве проиграли. Что говорили ребятам, как настраивали, вспоминали ли тот неудачный матч? Мы вспомнили, конечно, это было раздражитель еще, потому что да, мы проиграли. Нам вот этих очков-то не хватило, что мы могли стать там где-то пятыми, шестыми, опустились на десятое место, поэтому тоже самое один из раздражителей. А так, в принципе, мы не вспоминаем. То, что это было в том году, это в том. Потому что в том году одни люди играли, сегодня другие люди играют. Поэтому каждая игра, каждый турнир для нас это новое. Завтра еще один раздражитель из прошлого сезона. Это Нальчик. Играли у них на их поле. Что скажете ребятам? Тем более не все видели, не все знают, что как прошел тот матч. Нет, на что говорят? Во-первых, кавказская команда, они любят с мячом играть. Будем стараться их оставить без мяча им тяжело играть, потому что они любители играть с мячом. А там уже завтра игра покажет. Спасибо, удачи.